Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я построил самую маленькую миниатюрную конфетницу, которая с размером мини-фигурки. Вы только посмотрите, вот лего мини-фигурка и вот конфетница. Буквально эта конфетница помещается в кулак и ее даже не видно. Полностью ее можно поместить в кулак. Итак, выдает эта конфетница вот такие бутылочки, напитки, такие энергетики. Или различные другие напитки, которые сюда можно загружать. Загружать сюда можно много различных напитков. Ну и давайте сейчас я покажу, как она работает. Для этого мы делаем вот так и загружаем сюда напиток. После чего мы, как видим, здесь ничего нету. Если мы будем трясти, то тоже ничего не вывалится. Отсек полностью пустой. Но нам стоит задвинуть рычаг, и у нас уже... Тут находится энергетик. Итак, друзья, задвигаем рычаг, и у нас тут находится энергетик. Вот так просто достается энергетик. Давайте достанем еще один энергетик. Ну и давайте достанем третий, последний энергетик. Для этого делаем то же самое и получаем... Еще один вот такой прекрасный энергетик. Можно делать очень много энергетиков, но для этого надо повышать конструкцию в высоту. У меня максимально маленькая конструкция, которая помещается в кулак. И в этом, собственно, ее достоинство. Вот такая конфетница. Ну и давайте сейчас мы ее попробуем собрать. Конечно же, мы ее соберем. Я расскажу механизм. Построить ее сможет каждый из вас, потому что в ней нет ни одной лего-техник детали. И все детали максимально простые. То есть тут нету ни одной сложной детали. Давайте приступим к сборке. Итак, давайте я ее немножко разберу и покажу вам механизм. Ведь механизм максимально простой, и его может сделать каждый. Итак, друзья, механизм представлен в виде небольшой пластинки, которую можно перемещать туда-сюда, некого рычажка. Собственно, этот рычажок меняет положение банки в зависимости от той или иной комбинации. Также небольшой интересный факт, при разных положениях рычажка меняется разное положение задней стенки. Ну а теперь давайте подготовим пластину для съемки нашей сборки. Поехали! Ну а пока вы смотрите, хочу вам порекомендовать сайт, на котором сейчас уже можно купить различные лего наборы, а в скором будущем можно будет купить еще и различные китайские аксессуары к лего минифигуркам по военной тематике. Ссылка, конечно же, будет в описании. Жду вас всех там. Друзья, ну что же, по итогу у нас получился вот такой нереально классный диспенсер. Надеюсь, он вам понравился. Вы, конечно же, поставите лайк и оформите подписочку на мой канал. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч!